Здравствуйте, это канал Максимадзе, и с вами игра GTA 5. Короче, мы возвращаемся за Майкла домой к себе, чтобы спокойно отдохнуть после разведки большого дела. Пора прилечь на диван, наверное. Hey, man. Эй, здорово. Оу, чего тебе надо? Ну, я твой друг, мне ничего не надо. Я просто хотел пообщаться с тобой. Как всегда. А, я это очень ценю. Ну, как семья, они еще не вернулись? Нет. Ну и дура же твоя баба, а? Несмотря на весь этот бардак в последнее время. Кажется, я наконец разобрался в своей жизни. Знаю, звучит глупо. Нет, нет, это совсем не глупо. Понимаешь? Ты же у нас крутой, да? Да. Ты человек дела. Ты не сидишь на диване, ты банки грабишь. Ты снова в деле, братан. Мы снова с тобой в деле. Понимаешь? Осталось только Брэда вытащить из тюрьмы. И все будет в шоколаде. Франклин делает нашу команду мультикультурной. Лестер технически продвинутый. Мы как современная Америка. Только гея в команде не хватает. О как. Да нет, я не об этом. Деньги у меня есть, от них одни несчастья, правда. Я кино хочу снимать. О, прекрасно. А что будет со мной во втором акте твоей жизни? Мы провернем последнее самое большое дело и закроем лавочку. Я не в игрушки играю, понимаешь? В этом вся моя жизнь. А у меня семья, а у меня нет ничего. Всем на меня пофигу. А мне нет. Оу, ну естественно. Да пошел ты нафиг, короче. Я видел твою могилу, рыдал над ней. А потом оказалось, что... Нифига я о тебе не знал. Вообще нифига. Ты не умер тогда, и ты не мужик. Ну а ты кто такой тогда? А я твой страшный сон. Да ты задолбал своими угрозами уже. Слушай, можно я кое-что у тебя спрошу? Я уже давным-давно думаю об этом. Там, в северном Янгтоне. Кого похоронили вместо тебя? Никогда не задумывался, понятия не имею. А знаешь, что я думаю? Ты подлая тварь. Вот кто ты, блин. Ты для меня сдох. Я тебя знать не хочу, козел. Козел, козел, козел. Тревор, подожди, стой. Он еще и на моей тачке уехал. Проклятие. Пошел в жопу. Да ладно, куда ты собрался? Ты знаешь куда. Все, пошел ты. Зачем ехать в Северный Янгтон, чтобы узнать, что я могу тебе рассказать за кружкой пива у меня дома? Поехали, пиццу закажем. Да в жопу тебя, в жопу и пиццу, и все. Это бред. Нет, это веки разумная мысль. Останови машину, вернись, мы поговорим с тобой. Я не собираюсь твое очередное вранье слушать. Ну, я тебе все расскажу, только остановись. Пожалуйста, поверни обратно. Я хочу все сам разглядеть. Ты будешь расстроен. Ну, таким я точно, конечно, буду. Ты разочаруешься, когда никого в могиле не увидишь. Просто мешок с песком или что-то в этом роде. Все это обман. Да, сплошная ложь. Как ты можешь спокойно спать? Этой игре конец. Я сэкономлю тебе. Ты мне уже достаточно помог. Можешь даже не стараться.
Ну хватит, Тревор. Иди в жопу, Майкл. Скоро ты на нем окажешься. Блин. Блин, лагает. Блин, жалко, фургон повредил немного. Особый агент Дэйв Нортон. Дэйв, он знает, кажется, он знает. Чего? Подумай. А, откуда? Не знаю, у него есть голова на плечах. Вряд ли он все знает. Он едет в Людендор, чтобы подтвердить свои подозрения. Блин, а потом? Не знаю, я не знаю. Попробую договориться с ним, что ли. Я бы пошел бы с тобой, но я... Не волнуйся. Это касается только меня и его. Ты тоже в его списке. Но это успокаивает, конечно. Аэропорт-то далеко? Нет, недалеко. Мы доедем. Похоже, что Тревор понял, что в могиле Майкла находится тот самый Брэд. Брэд все-таки погиб. А вот Майклу удалось выжить. Доберитесь до входа в терминал. На втором этаже. Это в какую сторону идти надо? А, в ту. Его бойфренд прибыл в аэропорт. Наши люди готовы составить ему компанию на любом рейсе. Тем временем, вот ты, Северный Янгтон. Слушай, Аманда, мы переезжаем в Лос-Антос, начиная новую жизнь. Я заключил сделку, мы начнем все с чистого листа. Так, слушайтесь меня, никто из вас не пострадает. Доверься мне, милая, посмотри на меня, Аманда. Что нам еще осталось? Варианты были либо сдохнут все, либо кто-то один останется, и остался, собственно, я. Спокойно, Ти, спокойно. Его зовут Дэйв Нортон, он хороший парень. С реальным взглядом вещи он прославился, а я выйду из игры. У меня нету выбора. Ты умрешь здесь? Ой. Где везде снег идет? Слушай, ты вообще жить хочешь? Мы это уладим. Это воспоминания Майкла. Блин, от первого лица не очень-то удобно. Это у нас новая локация, Северный Янгтон. Мы здесь также были в первом сезоне первой серии. Вот этим поездом сбило наш автомобиль. А может и не этим. Еще одно хранилище за городом. Не обещаю, все будет в порядке.
Действуем по плану. Все будет в шоколаде. Я сделал свою часть сделки, Аманда. Мы, конечно, свободны. Заживем счастливо, как нормальная семья. Это план не входило. Да ё-моё, не лагай так. Почти доехали. Ну, вообще лагает. Ну, просто... Зашибись, как лагает. Я... Так, вот и кладбище. Дело сделано. Все в порядке. Все позади. Все накрылось. Мы в жопе. Одно последнее дело, и на этом все. А как попасть туда? Через двери? Двери заперты. А, сюда может. О, Тревор уже здесь. Эй, не трать попусту время. Ты для этого сюда прилетел? Чтобы сказать, что я зря трачу время? Давай, раскапывай. Да мне пофигу. Да, ты похож на человека, которому на все пофигу. Да, не смеши меня. Долго ты еще врать будешь, Майкл, а? Когда это все закончится, а? Все тайное. Становится явно. Успокойся, Тревор. Ничего там нету. Вот он. Момент истины. Как будто я не знал. Брэд. Слушай, каждый выживает как может. Вот и время, вот и вышло все не совсем так, как я хотел. А как ты это хотел, а? Брэд в тюрьме, а я в земле. Мы оба, или мы оба в гробу, а? Брэда подстрелили, ты сам видел. Он не выжил. И меня тоже, но мне повезло, вот и все. Я думаю, единственное, чего ты не планировал, это увидеть меня на своем пороге 10 лет спустя. Майкл, я горевал по тебе. Мне тебя очень не хватало. У меня есть семья, Тревор. Мы все должны были сдохнуть. Он умер. Змея ты подколанная. Да я не хотел этого. Врешь! У тебя кишка танка. А я другое дело. Я потеряю больше, чем ты. О, лучше и не скажешь. А теперь стреляй. Что, кишка танка? Давай стреляй уже. А это еще кто? Да пошел ты на. Тревор, мистер Чен хочет с вами поговорить. Эй, вы тут не по адресу. Туда. Лови его. Вот козлы, а. Этих китайцев чересчур многовато. Причем у меня оружия очень мало.
Блин, мне здоровья очень-очень мало. Блин, вообще мало оружия. Это все или нет? Там точно будут еще. Может, в машину сесть? Да блин, я не могу выстрелить из-за фургона. Число их практически бесконечно. Он уходит. Что-то я не вижу никого. Зря вы пришли сюда. Это не человек. Да сколько там еще у вас, а? Блин, он мощно стреляет. Так, надо подождать, пока здоровье восстановится. Все, побежали. А то там еще сейчас появится, жопы прям чую. Да, сейчас появится еще. Бежим, пока поезд не уехал. Филлипс, пошел туда. Ах, Тревор. Черт. Вот он. Держать руки, тебе некуда бежать. Ладно, ладно. Вытряхивайся из машины, блин. А если бы мы бы начали эту миссию с Тревора, то мы бы полетели бы на самолете Тревором.
по-моему, насколько я помню. Так, похожая миссия была в GTA San Andreas, кстати, где нужно было лететь в Liberty City. Алло, Тревор Филлипс на Дестрис. Это мисс Вэй Че. С моим старшим сыном Тао вы уже знакомы. А-а-а, жуткий козел. Разорвал мой контракт. Он по-прежнему осваивает дела. Мои друзья упустили шанс вас убить. А, так это были твои люди, и извини, что пришлось свалить. Ваш бизнес мне мешает, я хочу начать операции вокруг округа Блейн. Но с вашим темпераментом вы не даете мне там установить связи. Очень жаль, ну что поделаешь. Я уже кое-что сделал, ваш любовник у нас. О, мой любовник? Майкл Десанте, вы вместе жили в трейлере вместе с горничной. А потом уделялись в большом доме. Очевидно, вам он очень близок. Сколько вы готовы отдать за его безопасность? О, мой любовник. Да, вам не повезло. Не повезло ему, точнее. Я не хотел предавать друга, не хотел подвигать его жизнь опасности, но тут уже выбирать не приходилось. Бизнес я не сверну. Но тогда он умрет, я серьезно. Передай ему, что я его люблю всем сердцем. Блин. Чен старший, козел, блин. Ничего не скажешь. Эй, псих, жми мою берлогу, мы с Франком приготовим последнюю тачку для богача. Ты с нами? Ну, наверное. Так, надо осторожно приземлиться. Блин, как приземлиться? Как приземлиться? Приземлиться очень трудно. Так, если сейчас придется снова туда лететь, то... Ладно, я это вырежу. Так. Здесь будут сохраняться самолеты, купленные на веб-сайтах, и транспортные средства, которые не помещаются в гараж. Очень интересно. Да, действительно интересно. Ладно, Ламар зовет туда, к Франклину, где находится точка Дэвина Уэстона. Поедем туда. Ну, эту поездку я обрежу. Чик-чик. Кто это? Это я. Наверное, мне не следовало звонить. О, Патриция! Мисс Мадраса, привет. Ты хорошо себя ведешь, Тревор? Да, конечно. Я очень скучаю. То, что между нами было, очень важно для меня. Мне пора. Так, я приехал обратно на наше место заведения. Надо бы переодеться, наверное, в более приличную одежду. Этим-то мы сейчас и займемся. Вот это оденем. Ну, а теперь погнали в этот, блин. Ой, я, кажется, зашел не туда. Да, я зашел не туда. Вот сюда надо. Так, что? Так, Лёха пишет. Так, ладно, всё-таки машину Майкла я не буду добивать. Возьму свою тачку. И поедем к Дэвину Уэстону.
Блин, вот это вот задание, конечно, с Северным Янгтоном, конечно, полная жопа с этими китайцами. Их, мягко говоря, многовато. И они вооружены довольно серьезно. Так, что еще? Окей. Спасибо. Лехе Телепневу с канала «Чего хочу, то и ворочу». Говорю огромнейшее спасибо за это, за рекламу моего канала. И передаю ему привет и всем подписчикам, которые от него подписались на меня. Так, что еще? Так, Леха прислал видео, я да запишу, гляну потом. Алло, как дела, Ламар Дэвис? Я часть команды, братан. Команды? Но это же не про меня. Я про команду Фрэнка, которая угоняет тачки для Дэвина Уэстона. О, вот это команда. Слушай, я угнал тачку, и теперь у меня, короче, встреча с Франклином. Короче, возьмешь пакер? Найдешь у нас у гаража. Везем в Палетто-Бэй. Ладно, путь не близкий. Действительно, путь не близкий. И вот эта миссия, кстати, одна из моих самых нелюбимых. Потому что будет... Еще, кстати, забыл сказать. После вот этого задания Северный Янгтон, вот только что, в свободном режиме нельзя выбирать Майкла, потому что он попал в плен к китайцам. И поэтому играть за него пока что нельзя. Вэй Чен, проклятый. Проклятый. Я прикончу его когда-нибудь. Погнали, гангстер. Во, офигенная тачка. Посмотрим, как она выглядит изнутри. Изнутри она выглядит без намека на современный дизайн, конечно, но сама машина очень красивая. Космическая просто. Как все прошло без проблем? Ну, ты же меня знаешь. Да, я тебя знаю. Что ты думаешь? Все шоколадно. И думаю, что пятна крови... А, я не любитель, а профессионал, как твои старперы. Ну рассказывай, ты что за салаги? Я увидел тачку, ее взял, вот и все. Никакой охраны. Серьезно? Блин. Тачка в идеальном состоянии была. Это меня пугает. Что-то здесь не то. Заводи ее прямо на грузовик. Если босс доволен, то можно ехать. Какой он нам босс? Он старый никчемный нига. Погнали. Ой, мне эту кнопку. Поехали в Палетто-Бэй. Путь весьма нелегкий предстоит. Видите, сколько нам надо ехать? Это очень долго, поэтому я это, естественно, обрежу. Сейчас мы убедимся, будут ли звонки какие-нибудь там Дэвину. И в середине поездки там будет кое-что интересное. Вот именно до туда я и обрежу. Чик-чик. О, копы. Что за фигня? Проснись. За нами следили. Что ты будешь делать, храбрый лидер? Ладно, я с ним разберусь. Ты езжай, а я отвлеку этих парней.
У вас есть основания полагать, что вы краденые машины перевозите. А ну-ка остановите всю обочину. И виляйте, не забывайте о Франклине. Наверное, они ждали, пока мы выйдем из города. Похоже на то. Как шикарно, а? Дэвин вообще сказал 5 машин привезти, а мы, по-моему, 6 везем. Не так ли? Да, Ламар, никакой слежки. Вы взяты с поличным, остановите грузовик. Я так и знал, что все пойдет под откос. Сейчас попробую их отвлечь. У меня есть кое-что для вас, козлы. Защищайте грузовик от полиции. Нажмите левый контур, чтобы сбросить шипы. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы стрелять из пистолетов на капоте. Ой-ой-ой-ой-ой. Мы не должны потерять эти машины. Это самая крутая, это очень крутая тачка. Жалко, что в свободном режиме ее нельзя добить. Ну почему он не продырявливается, алё? Есть. Стряхни из хвоста, я пытаюсь. Немедленно остановитесь. Есть. Блин, сложно ехать, у меня колеса Блин, догоняй! Похоже, мы замочили всех. Что? Вы привели к полиции точки сброса. Блин, наверное, не надо было пропускать их вперед. Мистер Клинтон, где вы? Едем по Грейт-Оуш, пришлось уходить еще от копов. Неудивительно. После нападения на студию страховые компании требуют от полиции, чтобы она вас нашла. Вы знали, что нас объявят в розыск? Вы не могли предупредить, а? Не надо никаких эмоций, мы ждем вас на стоянке грузовиков Прокопия. Приехали. Так, я поговорю с этой адвокатиршей. С адвокатшей заберу бабки. Я слышал про гонорары директоров. Смотри только, чтобы они тебя не обделали. И насчет все улажено. Насчет вас все улажено. Здравствуйте, Франклин. А где Дэвин? Медитирует или кого-нибудь разводит? Учитывая к драматическим последствиям, мы решили, что вам лучше не встречаться пока. Ну и где деньги? Мистер Уэстон один из самых талантливых инвесторов в мире. Он, безусловно, действует, однако данные анализируют. Может, он и талантливый, но вот что я вам скажу. Он тебя не полюбит. Где мои деньги-то, ва? Алло, с вами произошло лучшее, что могли рассчитать в данной ситуации.
Он вложит деньги в фонд, а затем передаст вам. Когда подобное действие не привлечет ненужного внимания, вот и все. Меня что, ограбили? Ты что, шутишь, блин? Мистер Клинтон, это весьма недальновидный взгляд на ситуацию. Поехали. Я угоняю тачки и шмаляю мудаков. Дальновидность — это не моя тема. Вот гады, а. Дэвин. На бабки нас кинул. Франклин? Да, Лес, что происходит? Майкла видел? Человек, с которым меня свел, зажал деньги какие-то. Да, он отключил телефон и кредитками не пользуется. Это ненормально. Последний раз он оплатил как карты билет до Севера Янгтона. Потом его мобильник подал сигнал в Лос-Сантосе, а после этого молчание. Значит, он в городе. Видать, у него могут быть проблемы. Не знаю, стоит спросить у Тревора. Скорее всего, он был с ним на Среднем Западе. Я попрошу его с тобой встретиться. Отправь его к моей тетушке, ладно? Так, давайте-ка вызовем такси. Можно прислать такси? Конечно, машина скоро приедет. Круто. Так, сколько ждать еще? У вас же быстрые вроде бы здесь такси. Хотя тут такое место, что можно и ждать. Хоть всю неделю. Ну всю неделю, это, конечно, громко сказано. Во! Такси. Нет, нет! Достали. Так, ну давай быстрее грузись. Мои женщины, не шаг назад. Долой, патрия. Мы женщины, услышишь наш крик. У меня, ты не мужик. Мы женщины, не шаг назад. Заткнитесь нафиг. Спасибо. Охо. О-хо-хо! Это слово на букву Н, да? Здорово, Кори. Эй, разве друзья так себя ведут, когда совершают ошибку? Не-не-не, тебя забавляет, что мне больно, да? Нет-нет, да пошел ты нафиг. Еще раз думаешь, что нужно смеяться, я тебя урою нафиг. О, успокойся, чувак. Я немало придурков встречал в своей жизни, но ты... Долго не протянешь с таким дерьмовым отношением к людям. Зазнай. Послушай, чувак. Успокойся. Но это и правда немножко было смешно. Я поступил неправильно. И, к сожалению, ты упал. Мне показалось это смешным. Извини. Ладно. Извинения твои приняты, блин. Доволен? Так что? Обнимемся в знак примирения, да? Что, я тебя подловил, да? Фикс 2, я не весельчак, я просто козел, блин. А черт, у меня было офигительное трудное детство. Эй, у тебя все в порядке? Да, просто я весь на нервах. Знаешь, я тебя люблю, чувак, но я бы... Чёрт, блядь, тише. Слушай, Лестер сказал, что ты что-то знаешь о Майкле.
Майкли? В жопу Майкла, надеюсь, он сдох. Да брось, ты не такой жестокий же. Конечно, вы прежде не ладили, но эта хрень произошла в Северном Янкне, да? Кто-то его прижучил там. Кто? Мой друг Рон встретил его Встретил этих китайских уродов, они Джаншая в Китае. У нас возникли проблемы. Они по дурости решили, что Майкл человек мой, и похитили его. Видимо, он теперь у них в плену. Пожалуй. Хватит уже, бро. Иди нафиг. Если тебе нужен этот говнюк, сам им и занимайся. А для меня он труп. И сдается мне, если я его снова где-то встречу, он станет трупом и для всех остальных. Эй, брось, не делай этого. Не испытывай судьбу, приятель. Это кто такой? Что это было, а? О, ничего. Козел. Вы все козлы. Да, с Тревором действительно шутки плохи. Эй, это я. Что сказал Тревор? Он сказал, что Майкла схватила какая-то китайская бригада из-за Тревора. Я оценил иронию. Посылаю тебе приложение для телефона. Телефон Майкла может появиться в сети. Его сигнал можно отследить с помощью этого приложения, прежде чем дистанция исчезнет. Я же сказал, он мне не Джилао. Только не пытайся убедить нас в том, что вы не любовники. Он что, над тобой смеется? Ты совершаешь дурацкую ошибку. И я потратил много денег, чтобы вас отследить, козлов. Я обратился за помощью к вам всем, Северный Янкне. А то не вы тут убиваете хороших людей. До свидания. Я вам покажу, что такое свидание. Избавьтесь от него, Тревор Филлипс нифига не придет. Что у нас, трафик ли? Это приложение поможет нам найти Майкла. Цель найдена. Будем ехать туда, куда показывает сигнал. А показывает сигнал прямо. Мы прямо и едем. Я в курсе, где Майкл обозначен. Тут дорога уже не идет не прямо. Блин, как лагает, вот бесит меня. О, сигнал приближается. О, вот. Эй, тебе что надо? Проваливай. Вы насильно моего кореша удерживаете. Ой, куда ты вылез-то? А, у меня ничего больше нет? Ну ладно. Блин, я не смогу попасть по его голове. Блин, китайцы очень хорошо вооружены. И они уже у меня здоровье отняли. Не очень-то много. Блин, они прятаться умеют. Блин. Сейчас опять спрячется. Но я, кажется, в курсе, откуда он сейчас вылезет.
номеру, да? Да блин, как лагает. У вас тут белый чувак, и это мой чувак. Майкл, ты где? Ты где, братан? Это Франклин, где ты? На случай, если вы не поняли, никакого выкупа вам не будет. О-хо-хо-хо, в какую-то кислоту упал. Это было... Ой-ой-ой-ой-ой, осторожно. Это было красиво. Майкл, где ты? Тревору пофигу на него. Да, это ядовитая кислота. Даже не верится, станок заклинило. Давай скорее. Блин, меня убили. Так, готовимся. Есть. Ух, нифига! Вот это жестоко. Что это за мясорубка, блин? Так, да что там происходит у вас, а? О, все, сейчас будет хана кое-кому. Мне нужен ствол. Сейчас, держи. Один за углом. Там еще есть. Сейчас. Пустить тебе кровь. Черт. Вставай, идем. Прочь. Не дайте ему уйти. Мы должны убить их.
Еще один в мясорубку упал. Блин, я проглядел. К сожалению. Все, пошли. Бежим. Это моя спасательная операция, мы уходим. За нами хвост. Не волнуйся, мы с ними разберемся. Где этот Тревор, бля? Франклин, даже не знаю, как тебя благодарить. Ничего, мы же друзья. Да, но не все друзья просто так поступают. Да, я тоже об этом слышал. Слышал, правда, этот дебильный Тревор нассал в штаны и бросил меня. Когда мы были в Северном Янктоне, Тревор психанул, крыша поехала, он собирался меня убить. Тут появились китайцы, он рвет когти, и вот я снова в Лос-Антосе вижу на крюке для мяса себя. Только благодаря тебе я тут уже не вишу. Как ты меня нашел? Меня родные искали? Нет. Мы с Лестером решили, что тут что-то нечистое. Потом я поговорил с Тревором, и он сказал, что ты у китайцев. Тревор тебе сказал? Не по своей воле, но сказал. Черт, надо подумать. Он на тебя злился гораздо сильнее, чем в всех ваших выводках. Я из-за этих лагов не могу ехать нормально. Мы пригнали последнюю тачку, и Девин Вестон зажал нам деньги. Этот чувак решил вложить их в инвестиции. Что нам теперь делать? Слушай, инвестиционный фонд — это неплохая идея. Мне наклюнусь делать другое дело с Вестоном. Посмотрим, как оно выйдет. Тогда и проверим. Тогда я подумаю про твое угло. Ой, блин. Блин, ну что такое, а? Ну давай увидимся. Не хочешь в гости зайти? В твой огромный пустой дом? У меня и так на душе фигово. Ну, в общем, спасибо тебе. Погодь, вопрос вскочил. Что за фигня тогда случилась? Я же говорил, Тревор психанул. Он хотел убить меня, потом меня поймали китайцы. Нет, я говорю про вашу историю с федералами, Тревором и Брэдом. Я понял, о чем ты. Слушай, я принял спорное решение. Но не знаю, правильно ли я поступил. Я тогда думал, что правильно. У меня была семья. Я работал с полными психами,
которым было нечего терять. Я увидел выход, будущее для себя и своей семьи. И воспользовался этим выходом. Выходом? Да ты предал всех, кого знал. Или они, или я. Я знаю, это цинично. Я и не жду, что ты сразу поймешь, но потом, когда обзаведешься своей семьей, ты проснешься однажды утром и вдруг почувствуешь, что ноги тебя уже больше не держат, и ты никуда не можешь бежать. Посмотрим. Будь осторожен. Ладно, чувак. Когда Тревор узнает, что ты жив, не представляю, какую фигню он выкинет. О Треворе не беспокойся, ему до меня не добраться. Береги себя. Ты меня поднял. Он за мной, не за мной придет. Ему нужен ты, а не я. Ты. Я так, на всякий случай. Ну, не тормози, а. Отлично. О, и он оделся в тот костюм, который я хочу. Это очень хорошо. Что ж, дорогие друзья. На этом все. С вас лайкос, подписывайся, а с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой запасной, на мои запасные каналы, а еще на группу ВКонтакте. Всем пока.